Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вас ждут свежие обзоры всего, что появляется в нашей игре. Хотите ничего не пропускать? Думаю, знаете, что делать. Подписаться на канал и обязательно прожать на колокольчик. А в этом коротком видео покрутим с вами рулетку «Огромный сюрприз». Очередная рулетка с очередными контейнерами. Единственное, что меня здесь порадовало, что здесь нет контейнеров с анимированными аватарами и кастомизацией. Но в то же время стоит отметить, что сюда напихали ну прям огромное количество вот этих вот контейнеров в песочницу. И их здесь можно взять целых 11 раз. 5 раз вам может выпасть по 3 контейнера и 6 раз по 10 контейнеров. Как мне кажется, самые бестолковые контейнеры в нашей игре. Пишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. Также, если вы крутили данную рулетку, напишите, что вам выпало и сколько вы на это потратили. Я лично считаю, что данная рулетка, ну, просто голдосос и не более того. Дело в том, что общая стоимость данной рулетки составляет за 51 прокрут целых 72 тысячи золота. И на эту голду можно купить огромное количество танков, которые вам нравятся, которые появятся в магазине на продаже, а не пытаться удачи достать эти из контейнеров, точнее эти танки, ну и соответственно не пытаться достать отсюда голды, которую вам придется потратить на то, чтобы эту голду доставать. Сюда также положили контейнеры мега, положили сюрпризы и положили оновленные мистики с новой наградой. Ну, чтобы забрать эту награду, я посчитал, необходимо 375 тысяч голды, если покупать контейнеры по 250 золота за один мистический контейнер первого уровня, и если вам эта тачка не достанется в виде выпадения из контейнера, а вы дойдете до самой главной награды, которая прячется за третьим контейнером. Дело в том, что раньше этот третий контейнер был, а вот четвертого контейнера уже не было. Ну, именно в этом четвертом контейнере кроется 100% шанса выпадения на саму Проджетту, ее легендарный внешний вид и плюс еще вот этот сертификат. Короче говоря, затея очень глупая, если доставать данную машину, покупая все необходимое количество контейнеров. Если я правильно посчитал, то 1500 мистических контейнеров необходимо открыть. Если бы не необходимость показать вам рулетку такой, какая она есть, я бы в жизни ее не крутил. В отношении шансов, как вы видите, шансы плюс-минус равны по выпадению всех дополнительных наград. Ну а на главную награду, понятное дело, болтается в районе плинтуса. Ну что, ребят, поехали, крутим. Я не собираюсь крутить данную рулетку до конца, ну не знаю. Может, если мне сейчас повезет открыть мистик, а из него откроется какой-то еще мистик второго уровня, я его насобираю, получу оттуда фон профиля, обменяю его на 50 тысяч золота, тогда возможно. Ну а при других обстоятельствах не вижу абсолютно никакого смысла тратить 72 тысячи золота. Ни для того, чтобы что-то оттуда подоставать, лучше купить то, что тебе нравится, как я уже говорил. Ни для того, чтобы заснять всего лишь один видеоролик, в котором показать, что я дошел до конца в этой рулетке. Уж больно дорого. И да, я к золоту отношусь крайне аккуратно, я его храню, я его трачу с умом, чего и вам желаю. Гризли, падла ты! Ты редкостная гнида! Я тебя пытался достать, я 750 контейнеров приблизительно открыл, чтобы тебя достать и не получил. Мне в ИГ его подарили, блин, я их уговорил за год. Скотина ты! Простите, ребят, я немножко обижен на данные контейнеры, потому что действительно открыл практически 800 контейнеров до момента, пока Wargaming не согласились подарить мне данную машину, которая, в принципе, достается бесплатно любому игроку, который регистрирует себе новый аккаунт и проходит боевое обучение. Ну, обидно, ребят, ну, серьезно, ну, открыть песочный контейнер, получить оттуда гризли сейчас, тогда, когда это единственная премиумная машина, блин, на весь контейнер, ну, слава брогу, слава брогу. Т2 Lite. Ну что, хорошо, договорились. А что у нас по Т2 Lite по компенсации? Так, чисто ради интереса, сколько мне сейчас бабла насыпало. Так, Т2 Medium, это не то, Т2 Lite. 650 золотом. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо, уже большое спасибо. Быстренько скипаем все эти контейнеры и погнали дальше крутить. Понятное дело, что из всех этих контейнеров мне бы хотелось получить мега-конты для того, чтобы посмотреть, что выпадет. Ну и, само собой, по чуть-чуть набирать мистических контейнеров для того, чтобы, возможно, когда-нибудь, где-то там, через несколько лет, все-таки открыть нужное количество контейнеров мистических и забрать себе новую, ну а на то время уже всем известную явно и устаревшую морально машину. Ну да ладно, бог выдаст, свинья съест, если не съест, значит будет голодная ходить. Открываем контейнеры. Не, ну с гризли это, конечно, издевательство только что было редкостное. Ну, вот так вот. Sentinel! Sentinel! К
Кстати, ребят, за Sentinel'а, если я не ошибаюсь, дают одну из самых высоких компенсаций в этом конте. Так, где этот Sentinel? Sentinel. Вот она, 1000 золота. Ну, в принципе, неплохо. Что-то даже удивлен, что это так решили из песочных контейнеров сыпать этими сертификатами. Раньше такого не было. Раньше один сертификат на 20-25 контейнеров, это уже было счастье. А тут прям на 20 контов 3 сертификатика. Блин, ну это круто, это круто. Неужели разработчики что-то поменяли в отношении песочных контейнеров? Ну, я их как считал самыми фуфловыми контейнерами в нашей игре, так и продолжаю считать. Мега-контейнер, что приносит? Давай. Давай мне что-нибудь жирного. Ну, нормально. 20 тысяч свободки, 350 золота. В принципе, неплохо. Хотя еще надо 8 таких открыть для того, чтобы добраться до... гаранта. Так, 450 голды, ребят. Чё дадим? Но! Собери их все, всего лишь один. Жаль, но это лучше, чем песочница. Хотя такое себе. Ладно, выпало да и выпало. Меня удивляет то, что не падают мистики. Обратите внимание, мистические контейнеры сейчас имеют 18% выпадения и 10% за 2 мистика. И при этом они не падают. Падают те контейнеры, которые имеют меньше шанс выпадения. Да лучше бы с такими шансами выпадения мне выпадали главные награды, когда танк, допустим, там находится. Это было бы куда интереснее. Мистический контейнер. Два контейнера, это уже хорошо. И здесь у нас ничего. Следующий контейнер. Ну, дай мне тачку. Дай тачку, жадина. Нет, не дает. Мне еще надо 4, чтобы добраться до контейнера второго уровня. Открываем. 600 золота. Ну. Мега-контейнер. Что приносит? Дай что-нибудь годного. Ну, такое, не очень, честно говоря. Ну, чуть-чуть золотишки пришло обратно, уже неплохо, но все равно трачу больше, чем получаю. Хотя грех жаловаться. Вот здесь действительно соглашусь с тем, что в данной ситуации пока жаловаться не на что. Мне выпали танки, я получил компенсацию, плюс голдишка, плюс минус. То есть, в целом, я бы не сказал, что прям совсем убыточно, но все равно, не совсем то, чего я ожидал. Хотя я даже не знаю, чего я от этого ожидал. Шансы выпадения огромного сюрприза крайне маленькие, мистические контейнеры не сильно сыпят, поэтому даже не знаю, ребят, чего тут ожидать от этой рулетки, кроме того, что будет вот так, как у меня. Вообще, я всегда говорил, говорю и буду говорить, ребят, не крутите рулетки, если вы собираете золото, просматривая рекламы. Не открывайте контейнеры, если вы опять-таки фармите голду без доната. Это все глупая затея, лучше покупайте товары, и тогда вы точно будете знать, что конкретно вы покупаете и на что конкретно вы тратите свою кровную голдишку. Так, закончили, закончили. 800 золота. Но! Ну, пора удивлять. Как-то более жирным чем-то, что ли. Мистик. Два мистических. Ну, слушайте, неплохо, неплохо, по крайней мере, то, что выпадает по два мистика, а не по одному. Это уже очень приятно. Это при том, что на них шансы выпадения меньше, чем на контейнер, который один. Одного конта не хватает мистического. 850 золота. Проваливаюсь потихоньку в минус. Вот он! Огромный сюрприз! Это действительно огромный сюрприз, ребят. Ну что? На какой танк? Только не на пуделя, пожалуйста. Альт-Про АМХ-30. Нормально. Полторуха золота сразу падает в копилку, потому что Альт-Про у меня есть. Договорились. Кстати, выпадает машина, обратите внимание. Ну, какая-никакая восьмерка. А при этом всем стоит отметить, что потратил я голды на это все, грубо говоря, 2000. То есть, в принципе, я в жирном окупе, если всех этих танков у меня не было. Это факт. 875 золотом. Но огромному сюрпризу я сейчас действительно был удивлен. Как-то вот все пошло не по шаблону. Все пошло не так, как я ожидал. Мистик. Эх, зараза, был бы ты анимированный, цены б тебе не было. Мистический контейнер второго уровня. Ну что, ребят, пальцы крестиком, пальцы крестиком. И можно эти пальцы засунуть себе... Так, ну давайте засунем их в ноздри лучше, а не туда, куда мне хотелось сказать.
Открываем еще один мистический контейнер. Ну, как обычно, короче, мистический контейнер второго уровня нифига не лучше, чем мистический контейнер первого уровня. Это факт. Едем дальше. Ну. Вот так вот. Песочница. Ну, пока весь песок не соберете, ребят, поверьте, вы дальше не пойдете никуда. Не получится у вас, как мне кажется, забрать главную награду, пока весь песок вам не высыпят куда-нибудь в ботинки или в трусы. Ну, еще целых 7 раз песок может выпасть. Это не очень весело. Мистический контейнер. Ни черта не приносит. 200 золотом. Дикий минус. Проваливаемся, ребят, проваливаемся. Ну, в моем случае вообще сложно выйти в плюс. У меня практически все танки есть, поэтому надеяться на то, что выпадет именно то, чего нет, это самого себя обманывать. А самому себе врать очень вредно для здоровья. Итак, 1150 голды за прокрут. Что у нас по шансам? 10% и 9% соответственно на мега-контейнеры. Те же самые практически шансы на мистические контейнеры. Контейнер, собери их все. 20% за один контейнер. И 10% за два конта. Контейнеры огромный сюрприз, который неожиданно один раз мне выпал. Имеют крайне низкие шансы выпадения. Ну и есть еще контейнеры в песочнице, которые стопудово будут падать. Ребят, я на этом останавливаюсь по одной простой причине, потому что не хочу дальше уходить в минус. Сейчас объясню почему. Потому что 1150 золота — это стоимость, допустим, трех контейнеров, собери их все. Это в принципе можно приобрести себе несколько мистических контейнеров просто в магазин, зайдя. По поводу мега контейнеров, с них ни черта нормально не выпадает. Песочные контейнеры не интересуют, огромный сюрприз. Вероятность выпадение крайне маленькое, короче говоря, самое время остановиться. Да, я ушел, по крайней мере, по золотой копилке в минус, но стоит отметить, что при этом всем, ребят, я получил все-таки несколько машин. Но это я, и не факт, что вам повезет точно так же. Поэтому перед тем, как крутить данную рулетку, и перед тем, как принимать решение, когда конкретно останавливаться, хорошенько подумайте и все взвесьте. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.